привет всем любителям макияжа. Сейчас я вам покажу мой способ, как я изготовила базу под тени. Я обычно пользовалась такой, Бель. Но у меня были другие, которые попадались в продаже, потому что не так часто ее сейчас можно найти. Вот она у меня закончилась. Базу под тени я не смогла найти в продажу в ближайших местах, куда я обычно заходила после работы. И потому я срочно решила что-то делать. Так как я ношу линзы, очки, и кожа век у меня достаточно жирная, в конце дня у меня начинают пощипывать веки от того, что макияж скатывается, забивается в складку у меня нависшее веко. И без базы под макияж и базы именно для век я жить не могу, поэтому мне пришлось из средств, которые были под рукой, сделать себе базу. Причем я сейчас даже в ней нахожусь, тени у меня не потекли. Ну, после работы, после 10 часов носки, у меня, конечно, один глаз почесывался, но это было не так критично. И сейчас я даже не думаю покупать новую базу, основу под навеки, под тени. Потому что я буду пользоваться тем, что я сделала, и это оказалось достаточно эффективным. В магазине можно купить вот такой вот крем. Чистую линию, идеальная кожа, аквакрем, мгновенная матовость. Для кожи он не особо подходит. Отзывов в интернете вы можете увидеть очень много. Очень сильно сушит кожу. И потому я его использовала редко, только тогда, когда на солнце кожа очень сильно лоснится в жару. Вот у меня такой вот крем стоял, уже остатки были. Также для изготовления базы под тени нам нужен какой-нибудь тональный крем. У меня Maybelline Affinity Tone. Почему это именно он? Потому что он достаточно нежирный. Он действительно очень хорошо покрывает лицо. У него очень качественный и хороший пигмент. И там нету масел, которые, в принципе, на глаза, на жирные веки наносить не стоит. И также обычная детская присыпка. У меня Johnson's Baby. И вот такая вот присыпка, вот такая вот база под тени у меня получилась. Я взяла пол чайной ложки крема «Идеальная кожа», пол чайной ложки присыпки Johnson's Baby. Все это я положила в вот такую вот баночку, которая у меня осталась от крема Revitalift. Перемешала зубочисткой и добавила несколько капель вот такого вот тонального средства. Перемешала. Вот такой вот приятный оттенок у меня стал. Надо хорошо перемешивать. У меня есть еще тут немножко комков. Но зубочисткой их особо не перемешаешь. Они, в принципе, не мешают наносить средства. Возможно, когда я буду наносить пальцами, уже оно будет не такое с комками. Вот. Наношу на веки после умывания утром. Жду, пока оно подсохнет. Такое гладкое становится, с охлаждающим эффектом. Вот эта присыпка, это очень мелкая дисперсия. То есть это не такая присыпка, например, какого-нибудь белорусского или российского производства, где могут попадаться такие крупинки. Тут действительно как мука и может даже немножко мельче, чем мука, потому что когда я сюда засыпала, у меня даже немного как дымок белый шел вверх. Настолько мелкие тут частицы. Вот такая вот база у меня получилась. Ходила целый день, уже 11 час пошел, как я хожу с этой базой под тени. И мне очень нравится. Буду использовать. И, скорее всего, базу под тени я покупать больше не буду. Буду использовать этот метод. Но запомните и попробуйте сделать дома. Крем «Идеальная кожа», аквакрем, который обладает очень подсушивающим эффектом. То есть он будет впитывать весь жирный блеск, который у вас будет появляться на глазах. Пару капель любимого вами
тонального средства и присыпка. Можете брать любую, но я советую Johnson's Baby, потому что дисперсия очень мелкая. Желательно наносить еще и на брови, потому что наши глазки, кожа жирнеет не только вокруг глаз, она жирнеет и лоб, и щеки. И, в общем, когда вы днем ходите, этот жир, ну, по правилам, всемирным правилам там, тяготения, он все равно немного сливается вниз и потому попадает на глаза, если его вовремя не поправлять. Ну, в общем, все. Мне очень понравилось это средство, и вам его советую. Спасибо.